Здравствуйте, дорогие друзья, с вами ВГС Антипов. Сегодня мы с вами присутствуем на матче третьего тура Вектор. Вектор против Стронга. Довольно интересный матч, с учетом того, что Вектор в последнем туре обыграл кого-никого Арсенал Лондон со счетом 5-1. Вот так вот. Ну, а Стронг пока что не впечатляет своей игрой на протяжении двух туров. Что у нас, команда готова? Нет, ждем. Кого мы не видим? Мы не видим игрока Вектора, Лазерка. Скорее всего, он будет играть. Ну что у нас? Вектор. Так, я микрофончик поправил, извините. Вектор. Проснитесь. Доброе утро. Я сейчас проверю, секундочку, микрофон, потому что у меня стоит на определенной кнопке, он вырубается. Сейчас все нормально. Вектор, Лазерок, проснись. Конор. Лазерок дает команды. Он хочет, чтобы играл Конор. Точно. Вот так вот. В стартовом составе будут играть Зеус, Хартью и Конор. Интересно, интересно. Конор, который отгрузил несколько мячей и ворота Арсенала. Я думаю, главная сенсация этого старта мегабольной Лиги Чемпионов. Готовы? Все, готовы начать. Стронг немножко побаивается. Вектор, конечно же. Вектор намного команда даже опытнее и сильнее, чем Стронг. Но вот сейчас мы видим, Стронг дает уже борьбу с первых минут матча. Центр поля остается за Вектором. Удар. Не долетает мяч. Рэмпейдж спокойно там его отталкивает от своих ворот. Передача на карту. Зеус. Рэмпейдж. Давайте немножко о составах. Рэмпейдж стоит в опоре. У Стронга Владок и Варди в атаке. У Вектора в опоре Хартию. Харти 70 в опоре и в нападении. Зеус и Конор. Сейчас Зеус продавливает. Не продавил. Рэмпейдж молодец. Хорошо отстоял этот момент. Конор поднимает неплохо на Зеуса. Владок. Тоже ответка поднимает, ну, там Хартию передачи на Зеуса. И Харт сейчас принимает спиной, не очень удобно. Варди и Владок вовремя там сдвоились. Ох, я не вижу там момент. Не продавили игроков Вектора. Владок, Стронг в атаке. Варди поднимает. Зеус выбрал правильную позицию и помешал мячу пройти дальше него. Рэмпейдж. Хорошо отстоял этот момент. Зеус, скидочка на Конора. Конор поднимает. Владок, хороший перехват. Неточная передача Харти, но там Зеус справляется с этой ситуацией. Зеус, хороший удар. Конор, почему же он не пошел додавливать-то Рэмпейджа? Мог сейчас додавить и забить. Неплохой по красоте гол. Зеус. Конор. Варди борется. Конор. Зеус. Сейчас передача неточная на Зеуса. Конор поднимает. Но Стронг показывает хорошую оборону в этом матче пока что. Харти. Конор. Неплохо. Рэмпейдж поднимает точно в Конора. Делает передачу. Владок, Зеус там немножко с Харти не разобрались, кто должен владеть мячом. Конор развернулся, ударил. Но защита Стронга сегодня неплохая. Как заряжает Харти. Ох, как заряжает. 1-0. Вектор повел в этом матче на третьей минуте. Рэмпейдж. Варди, Стронгу надо забивать. Хотя впереди еще полно времени. Я не думаю, что им стоит торопиться это делать.
А так-то быстро вот Варди, как ему дали пройти-то прям до Харти. Я думаю, нельзя такое допускать, конечно. Но это было, конечно, очень эпично. Владок поднимает, но не очень удачно. Харти туда Владок не смог. И Зеус на подхвате. Хорошо. Харти становится обратно в опору. Все, спокойно. Вектор обороняется. Рэмпейдж, передача на Владка. Конор, Владок. Конор отталкивает неплохо. Ух, РМП сейчас заряжал. Но я думаю, с пушкой было бы намного опаснее. Рэмпейдж. Передача на Конора не точно. Надо было чуть раньше нажать. Тогда была бы точная передача, был бы хороший, красивый гол. Харти. Конор. Снова Харти. Хорошая перепасовочка опорника с нападающим. Зеус. Неплохо продавил Варди, но Варди не бросает борьбу, и сейчас он может убежать. О, неплохо. Ух ты, Варди, какая скидочка на Владка, Владок. Конор. На месте сейчас, Варди. Как так-то? Ох, опаснейший момент. У ворот Вектора. Варди. Варди борется с Зеусом. Передача на Владка. Владок штанга. По-моему, там сейчас спасает ворота Вектора. Харти. Варди. Харти, Варди. Рэмпейдж бросается в борьбу просто. 35 секунд до конца первого тайма. Рэмпейдж поднимает. И прямо у Зеуса. Варди. Зеус. Рэмпейдж. Стоит на воротах. Хорошо, Конор. Заряжает Конор. Рэмпейдж прекрасно просто среагировал на этот удар. Конор, был бы удар посильнее, я думаю, Рэмпейдж бы не успел к этому мячу. Харти. Владок. 4-3. 2-1. 1-0. Хорошая игра, хороший счет. Ну, хороший счет в плане борьбы. Всего один мяч забит. Это, конечно, мало, но борьба, борьба, борьба хорошая. Так, меняются пусть. Меняйтесь. Я им напомню, что нужно меняться сторонами. Неплохо, неплохо. Так, что, какие замены будут? Напомню, обратные замены делать нельзя. Запоминаем, кто играл. Ждем игроков Стронга. Варди зашел. Владок зашел. Рэмпейдж перелогнулся. Зашел. Готовы? Так. Рэмпейдж говорит секунду. Все, погнали. Лазерок вышел в нападение сейчас. Харти. Сделать хорошую передачу на Лазерка. Рэмпейдж. Лазерок снова выигрывает борьбу и удар. Рэмпейдж на месте. Харти. Ой, как сейчас Харти-то потерял мяч. Но грамотно очень сыграл. А вот сейчас продавить. Владок мог продавить на своем Ибрагимовиче. Харти. Конор. Ох, там как опасно-то. Конор бы не нажать на клавишу и не забить свои ворота. Лазерок в углу. Обыгрывает он Владка, Владок вступает в борьбу с ДХ, проигрывает эту борьбу. Рэмпейдж в угол спокойно. Да, Конор пытался продавить Рэмпейдж. Ох, как опасно-то он уходил сейчас. Варди. Хартио. Харти. Харти, Варди, Конор. Продавливает снова Владка уже не первый раз. Лазерок, ой, хорош, хорош. Передача Конора на Лазерка. Еще становится 2-0. И Вектор все ближе, ближе к победе. Причем сухую. Ох, как заряжает Конор. Просто шикарнейший гол. Да, не, вот это красиво, да, ребята. Это сейчас намного красивее, чем гол с дабла. Просто шикарнейший по точности удар Конор нанес. И Рэмпейдж, ну, не успевал он за этим мячом.
Ну что ж поделать. А подстраховать никто не страховал. Ладок сейчас уходит Харти спокойного оборона. Опору на ворота Варди. Пытался поднять. Конор разгадал его. Конор снова перед двух. Как Конор-то сегодня хорошо играет. Ух, неплохой дабл. И там Конор просто рвет и метает за Вектор. Да. Это очень хорошая игра, и я думаю, стоит сделать внимание на этом игроке в составе Вектора. Уж очень хорошо сейчас этот момент отыграл. Лазерок передачи туда на Конор. Конор. Вот сейчас проигрывает он Варди, он даже не боролся. Владок. Харти. Передача на Конора. Немножко не точно, но Конор вступает в борьбу. И заметим, кстати, на Ибрагимовиче Конор играет. Харти, Варди, Харти, Варди. Кто же? Варди ударил по Харти. Ничего больше. Лазерок убегает в контратаку. Что это было? Что это было? Это, скорее всего, Лак и Конор. Конор! Конор, Конор, Конор. Это Конор, ребят. Запомните этот никнейм, это Конор. Харти. Лазерок. Еще одна передача. Прошла. Еще одна передача. Конор там не успевает. Харти. На Конора. Конор. Туда в угол. Варди. Конор. Пытался оттолкнуть он сейчас Варди, у него ничего не получилось, и опасный момент уже у ворот Вектора, но пока на ноль стоит, между прочим, Харти, пока еще ни одного мяча Стронг не забили, и может быть мы увидим очередной сухарь. Конор убегает и забивает четвертый мяч в этом тайме, сейчас становится 5-0. Какая боль, какая боль. Вектор Стронг 5-0. Лазерок. Харти. Харти, ох, хорошо продавливает. Но Лазерок там немножко не в том месте находился. Харти, Конор. Лазерок. Владок. Уже поугасло. Видно, как поугасло желание Стронга играть. Но все-таки Варди. Варди вот так вот испортил сухарь. Все-таки Харти. Харти, Варди. Нравится мне это сочетание ников. Лазерок. Варди снова убегает. И... Может, я неправильно читаю. Может, не Харти, а Хартию. Хартию. Ребят, вы меня извините, если что. Но мне так прикольнее. Харти, Варди. Если я ошибаюсь, вы меня потом поправьте. Я буду в следующий раз правильно называть ваши никнеймы. С первого раза я не всегда правильно это делаю. Сейчас хорошо, и Конор, который мяч уже четвертый или третий, третий или четвертый, ну три точно забил. 5-1, прекрасно там Лазарок поборолся, и Конор убежал спокойно на Ибрагимовича, оказалось, он быстрее Буфона. Лазарок. Варди. Конор вступает в борьбу, оставляет как на Лазарка, неплохо, снова оставляет. Вот это уже неплохо, неплохо. Лазерок. Передача туда, в центр штрафной. Харти. Конор. Туда, на Лазерка. Правильно, Лазерок. Неудачно сейчас там он поднимал. И 5-1, второй тайм закончился. Меняются. Меняетесь. А я пока проверю микрофон. Я ж надеюсь, я все записываю, да. Класс. Классная игра. Просто, просто классная игра, ребята. То, что Стронг сейчас не сдавался и забил ответный мяч и испортил сухарь. Ох, то у нас замена, кстати. Бейтс выходит за место Варди. А замену нету, да? Конор Диос. Так. Вектор. Обратная замена. По регламенту же нельзя. А, ок. Но если в регламенте можно, я еще раз посмотрю потом.
гол. И обратная замена. Может, игрока на игрока нельзя менять одного и того же на другого. Я не знаю. Что-то надо посмотреть этот пункт потом внимательно. Мейс. Мейс за Стронг выходит на позицию нападающего. Рэмпейдж и Секретмен тоже выходит на позицию нападающего за Стронг. Вот так вот два нападающих сменились. Видать, это... Так, что у нас произошло? У нас Мейс и Рэмпейдж как-то странно меняются в опоре. Так нельзя делать, ребята. Это не есть хорошо. И вы можете путаться и пропускать довольно нелепые голы на самом деле. Такое частенько бывает. И это не показывает уровень сыгранности команды. Мейс просто везде. И внизу, и вверху, и на позиции опорника. Но может такая тактика и сработать на неожиданности. Но 4 мяча такой тактикой отыграть будет весьма-весьма сложно. Рэмпейдж поднимает. Секретмен поднимает, но не смог он обработать потом мяч. Харти. Лазерок. Обратно на Харти. Лазерок. Кстати, мы можем увидеть у Лазерка и Харти такую игру чисел, да, 7-0 и 0-7. Это, кстати, ну так, отступление от матча. Рэмпейдж, Секретмен. Рэмпейдж продавливает Рэмпейджа, Зевс, счет становится 6-7-1 уже, по-моему, да? Конор болеет за свою команду в наблюдателях. В штангу попадает Лазерок с передачи Зеуса. Очень неплохо. Сейчас Лазерок заряжает снова штангу. Давайте еще раз в штангу, ребят. Третий тайм. Просто дай... Вот там она, пожалуйста, еще одна штанга. Еще одна штанга. Ну, там Рэмпейдж контролировал всю остальную зону. Он закрывал, и мяч не мог пройти ворота. Поэтому это так. Рэмпейдж, Мейс. На Рэмпейджа неплохо. Секретмен. Зеус. Борется. Секретмен выигрывает борьбу. Так, а у нас три рака, да? Вот так вот удивительно играют за Стронг. Ну, как рака? Рак по скинам. Мейс хорошо продавливает Лазерка, но там Харти делает неплохую передачу. Секретмен. Харти. Зеус. Зеус закидывает мяч за спину Рэмпейджу и ждет, когда Рэмпейдж сделает передачу, ждет ошибки от опорника Стронга. Зеус продавил, снова продавил Рэмпейджа, продавил Зеус снизу, продавил Зеус сверху. Осталось только посередине продавить Зеусу, Рэмпейджа. И посыпался уже Стронг. Зеус сидит в опоре, Вектор нападает. Зео снова продавить попытался. Я так и стоял, защищаю. Игроки Стронга дают друг другу наставления. Секретмен перехватывает передачу на Лазерка и убегает. И сам решил ударить в ближний. Неплохо, но Харти... Харти не из тех опорников, которые допускают такие ошибки. Мейс. Мейс борется, выигрывает борьбу, но делает неточную передачу. Точнее, Лазерок там первый успевает на мяч. Рэмпейдж помогает удачно. Лазерок. Неточная передача. Ох, есть все-таки гол. Есть гол. Вот такие мячи, забитые с даблом, выглядит красивее, чем просто, если бы мяч влетел в ворота от штанги, опорник там немножко замешкался. Ну хотя, что там замешкался? Все-таки мяч пересек линию, и счет становится 2-1 в третьем тайме, и, по-моему, 7-1 во всем матче. 7-2, простите. Лазерок. Мейс, Секретмен,
Рэмпейдж уже не рискует, не хочет он пропускать еще мячи. Но Вектор хочет забивать. Вектор хочет забивать. Делает хорошие передачи под конец матча. 15, 14, 13 секунд осталось до конца матча. Секретмен Зеус задавливает, продавит середину. Да, все-таки продавил он на середину. Зеус продавил низ, Зеус продавил вверх, Зеус продавил середину. Вот так вот. И на этой прекрасной, нет, не на этой прекрасной ноте. Да, все-таки на этой прекрасной ноте мы заканчиваем данный матч. Вектор Стронг, победа Вектора 8-2, если я не ошибаюсь. С вами был ВГС Антипов. Пока-пока, до новых встреч.